Сегодня председатель Сената парламента с рабочей поездкой посетила Тыраускую область. На встречу с активом и общественностью региона Касым-Жомарт Токаев рассказал о ходе масштабных реформ в экономике и общественно-политической сфере страны. Говоря об усилиях государства по повышению благосостояния казахстанцев, председатель Сената акцентировал внимание на важности реализации президентских социальных инициатив, ориентированных на поддержку молодежи и молодых семей. И подчеркнул, что в обновлении Казахстана особую роль играет программа «Рухани Жангыру», которая стала идеологическим путеводителем экономической и технологической модернизации республики. Председатель Сената информировал атырауцев о законодательной деятельности парламента и ознакомился с экономическим потенциалом региона. Атырауская область является одним из лидеров национальной экономики. В регионе хорошо развивается как нефтяной сектор, так и малый и средний бизнес. Растут объемы инвестиций. Нет сомнений, что воплощение в жизнь 5 социальных инициатив президента поможет решить немало новых задач в строительстве жилья, общежитий, расширению бизнеса за счет доступных кредитов.